13:30, суббота, набережная реки Белой в Уфе. Ну вот, примерно так выглядит сейчас набережная. Температура воздуха 28 градусов. Ну, я насчитал примерно 14 человек, которые на данный момент на всей набережной отдыхают и каким-то образом проводят время. Очевидно, что власти Уфы так и не смогли придумать, чем бы наполнить это монструозное сооружение, в которое было вложено порядка 2, 3 или даже 4 миллиардов рублей. Из года в год всякие Мавлиева и его веселые КВН-команды обещают тут устроить нам развлекательный рай, всевозможные аттракционы, возможности и так далее. Вот сейчас, в половине второго дня, здесь не работает ничего. Невозможно купить мороженое, невозможно купить воду. Все закрыто, обещают открыть, может быть, к 3 часам. Такие ленивые, сильно уставшие девушки, значит, там что-то подметают и говорят, ну, может, откроемся часам к 3. Ну, вот такой вот колхозец, очень нефтекамский, но на самом деле уфимский, образовался у нас на набережной. Цветочки вянут, солнышко светит, 14 человек пытаются загорать.